Добрый день, меня зовут Алексей Мамонтов, я 1С-аналитик компании Кадрлайн. Немного о себе. Я работаю главным бухгалтером малых предприятий с 1999 года. В определенный момент я понял, что достиг потолка, как в зарплатном, так и в профессиональном плане. Решил проанализировать рынок труда, что он предлагает для таких, как я. Обнаружил заинтересовавшую меня профессию 1С-аналитик. Начал копать в интернете, увидел кучу предложений по курсам. Меня это заинтересовало. Я решил более подробно проанализировать это предложение. Среди всех предложений, которые были размещены в интернете, меня заинтересовало предложение компании Кадрлайн. В основном ценовым моментом, но и тем, что обучением занимается действующий 1С-франчайзи, а не просто образовательная платформа. Я оставил отклик на сайте, и мне позвонили, предложили пройти собеседование. На собеседовании меня оценили, мои знания, мои компетенции, и я также оценил предложение работодателя. По итогам собеседования мне предложили пройти курс. Я принял это предложение, и этой весной, в марте месяце, пошел на курсы. В течение 2 месяцев по вечерам я занимался, и в августе я был трудоустроен. Теперь немного подробнее о курсе. Наш курс начался в марте месяце этого года. Он шел по вечерам, онлайн, и всегда запись предоставлялась. Можно было посмотреть, если опоздал, или просто для уточнения материала. Группа была небольшая, 15 человек, все с экономическим опытом, знаниями, и наше общение строилось легко. Наш спикер Андрей Лебедев – опытный аналитик, действующий, и помимо теории он нам приводил много примеров из своей практики. Помимо теоретических занятий, мы практически делали работы, которые проверялись, оценивались. После прохождения курса я сдал сертификат 1С за свой счет и получил предложение о трудоустройстве, с которым я согласился. При этом компания мне вернула деньги за курс. Перед прохождением курса у меня возникло пару вопросов. Первый. Будет ли какое-то подтверждение, что я прошел обучение? Да, я получил сертификат, в котором написано, что я обучался профессии 1С-аналитик в компании Кадрлайн. И второй, что с зарплатой. При трудоустройстве мне назначили часовую ставку и объяснили, как ее повысить. Для этого нужно активнее участвовать в проектах и получать сертификаты 1С. Ну, от себя хотел бы дать вам совет. Не бойтесь менять профессию, и если решили стать 1С-аналитиком, приходите в Кадрлайн. Спасибо.